сегодня эту программу еще одним произведением музыкальным, которое очень любили в этом доме, которое звучало и в произведениях Льва Николаевича, и любили петь и соло, и дуэтом, и трио, и квартетом, и хором. И вот мы сейчас с вами хором споем. Фатюр, пожалуйста. Конечно же, это ключ. Все будет, да? Мы с вами сделаем так. Первый куплет спою я, Хоакин сыграет, мы вам напомним, а со второго куплета споем вместе и повторим его еще раз. То есть будет всего три куплета. Первый мой, а второй и третий будет вместе. Договорились? Вы пока сразу запоминайте мелодию, если кто-то забыл. Спасибо. Браво.